Всем привет! Здорово, коллеги! Тихо, я! Хэнси Бит! Слушай, Бит! Разлайся, Бит! Браво, Бугин! Извините, Бугин! Всем привет! Я Люда Блаш Суприм, и я по традиции делаю влог из отпуска. Я сейчас нахожусь в отпуске в Египте, не мудрство, а лукаво, и хочу поделиться с вами немножко солнышком, морем и хорошим настроением. Влог будет очень ленивый, потому что я безумно хочу спать, но у меня отличное настроение. И вместе будем с вами начинать день. Так что давайте скорее приступать. Ну что вам рассказать, пока мы идем на пляж, мы решили пойти по не очень людной территории, именно для того, чтобы я смогла с вами немножко пообщаться. Что вам рассказать? Мы полетели в Египет, в Хургаду, в отель Hilton, по чип-трипу. Если вы не знакомы с этой системой, обязательно погуглите в интернете. Очень удобная система горящих путевок. Полетели буквально, вот купили путевку и на следующий день улетели. Именно поэтому удалось купить путевку не так дорого, что большой плюс. Отвечаю на все вопросы в Инстаграме. Жарко ли в это время в Египте? В Египте в это время достаточно жарко, но в принципе по-летнему. В Хургаде еще дует ветерочек, и поэтому не так чувствуется какая-то жара и солнцепек. Но в самое-самое солнечное время, там с 12 до 2, мы на солнце не находимся. Так что я очень спокойно воспринимаю здешний климат. Я безумно боюсь глубины, поэтому погружаться с аквалангом для меня вообще не вариант, но поплавать с трубкой, с маской почему бы нет. Учитывая тот факт, что этот потрясающий коралловый риф, где живут эти рыбки, находится совсем рядом с отелем, буквально 3 минутки, и ты уже плаваешь с этими красивыми рыбками. Я не ожидала, но на меня произвело это все погружение, нереальное впечатление. Я потом была как ребенок, рассказывала, что я видела, практически дышать не могла от того восторга, который я получила. Подобных рыбок, конечно, я видела только в мультиках про Немо, про русалочку. Видела даже ската. Это вообще было что-то нечто. Для меня это что-то нереальное. Я вот даже сейчас не могу найти слов, насколько было здорово поплавать вместе рядом, бок о бок, с этими яркими, очень позитивными рыбками. Конечно, Красное море для таких впечатлений самое оно. Еще с вами хотела поделиться одной штукой, которую для себя открыла в этом отпуске. Это несмываемый кондиционер для волос, который увлажняет волосы и немножко ухаживает за ними. Не знаю, как у вас, но у меня абсолютно точно от солнца волосы сохнут, и кондиционер их реально восстанавливает. Он двухфазный, я просто брызгаю на волосы, немножко распределяю, и, собственно, все, можно идти по своим делам. У меня вот Тимотей с какой-то ягодкой и грейпфрутом очень здорово пахнет, но самое главное, он действует. Еще есть у меня Дав, тоже очень классный. Он очень легкий, он не утяжеляет волосы, и можно пользоваться даже от корней. Поэтому отличное средство, всем советую. Если вы на отпуск особенно отправляетесь, будете 100% уверены, что волосы не потеряют свой водный баланс. А еще в этот отпуск произошло нечто. Я позволила уговорить себя покататься на парашюте. Это были 10 минут какого-то нереального впечатления и страха, и удовольствия. В общем, мне очень понравилось, но было, конечно же, страшно. Ну, виды здоровские, правда, никакой страховки, но это об этом я старалась не думать. Хотела еще вам показать, как себя ведет мой педикюр. У меня был мини-люкс. Ну вот, собственно, мои ноги. Сегодня идет 6-й день отпуска, и вот уже есть сколы какие-то неприятные.
приятные, но в принципе я с собой его взяла, так что можно подкрасить. Общее впечатление о ногах достаточно хорошее, так что винилюкс для педикюра, для отпуска я советую. Ну, 7 дней продержится 100%, но не для маникюра. Маникюр у меня, конечно же, Эсси, Фиджи, идеальный лак для всего на свете. Грандмастер Бит сейчас будет делать фотографию, а мы с вами встретим закат. Все, мы ночью уезжаем домой. Этот отпуск пролетел очень-очень быстро, и давайте вместе посмотрим прекрасный закат. Ну вот и все. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Я желаю вам отличного настроения и прекраснейшего лета. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!